Яркой заключительной точкой смены для профильных танцевальных и диджей-отрядов стал Arte Creativity Children Fest. В Международном детском центре он проводится уже в 15-й раз. Этот фестиваль уникален тем, что здесь выступают юные диджеи, то есть те, которые никогда не имели связанность с диджейством. Они приезжают в Arte, обучаются за 21 день. На протяжении всей смены ребята посещали профильные занятия. Танцоры изучали новые элементы, учились двигаться и ставили зажигательные танцы. Диджеи работали с музыкой, придумывали интерактив с залом и даже снимали бэкграунды. Это видео, которое воспроизводится во время диджейского сета. Профильные отряды фотовидения тоже не остались в стороне. В праздничный вечер они представляли свои итоговые проекты. Артековцы должны были сделать креативные фотографии на определенную тему и оформить их на стенде. В перерывах между танцами у ребят была возможность проголосовать за понравившийся проект. Ну, бывают песни, которые мне не нравятся, но здесь очень круто, весело. Музыку помощнее, так все отлично. Чтобы хорошо, как сказать, провести время в конце смены со своими друзьями. Да, и чтобы поддержать отряды, которые сегодня выступают. Выступления ребят оценивали педагоги дополнительного образования, профессиональные хореографы и диджеи. Критериев очень много. Смотрительные сцены, выступления вокалистов, выступления MC, планы совмещения композиций, диджеев, то, как они работают за техникой, совпадение бэкграунда, то есть видеосопровождение с музыкальным сопровождением. И все это воедино складывает баллы, которые уже мы оценим. По итогам фестиваля лучшим фотоотрядом стал детский лагерь «Хрустальный», а лагерь «Лазурный» завоевали золото в танцевальном конкурсе и в диджей-баттле. В этот вечер ребята смогли потанцевать, найти себе новых друзей и просто отдохнуть.